Нет никаких признаков того, что Путин вообще серьезно настроен на переговоры. Он до сих пор верит, что время на его стороне, что он переживет украинцев и их западных партнеров. Некоторые эксперты говорят, что Крым является ключом к военной победе. Я бы также сказал, что Крым – это ключ к прочному миру. Получив контроль над Крымом, Украина сможет снова стать безопасной, жизнеспособной и процветающей страной и надежным вкладчиком в глобальный мир и стабильность, включая продовольственную и энергетическую безопасность. Если России позволят сохранить за собой Крым, это помешает Украине стать экономически жизнеспособным государством, поскольку Россия заблокирует доступ ко всем основным портам Украины, контролируя Крым и северную часть Черного моря. Возможно, придет время дипломатии, но я подозреваю, что это произойдет только тогда, когда Путин столкнется с полным поражением, включая перспективу потери контроля над Крымом.